Всем привет! Находимся мы сейчас прямо над облаками. Летим мы в Крым. Этот полуостров славится своей красотой, древней историей. Вот я лично хочу в этом во всем убедиться, посмотреть и попытаюсь всю эту красоту вам передать. Все, прилетели мы в аэропорт Симферополя. Сейчас ждем машину и едем в Алушту. Вот такие вот здесь узкие улицы. Сейчас у нас октябрь. Машину есть где поставить. А вот в сезон отпусков с этим здесь проблема. Вот он, вид из центра. Город этот основан в 6 веке. Своей историей, корнями уходит вглубь средневековья. Подходим мы к скверу имени Гирея Баирова. Его открыли в 2017 году. Это советский и российский врач-педиатр, детский хирург, доктор медицинских наук, профессор. Этот человек имел множество заслуг. А теперь в его честь создали вот такое прекрасное место, где можно присесть, отдохнуть, насладиться природой, погреться на солнышке по пути к морю. Пришли мы на набережную. Воздух прекрасный. Нельзя даже надышаться. Кругом елочки. Гуляют люди, загорают. Сейчас пойдем на пляж. Вечером здесь проходят концерты. Вот такой вот у нас здесь фонтанчик. Вот он, пляж. Купаются люди, несмотря на то, что сейчас октябрь. Вот такие вот наглые птицы здесь, чайки. Даже не боится. А сейчас мы подошли к крепости Алустон. Вот здесь проходили раскопки. Эта крепость считается главной достопримечательностью города. Алустон – это византийская крепость. Была построена по указу Юстиана I в 6 веке. В Алустоне размещался гарнизон из воинов, состоявших на службе у византийского императора. Ими осуществлялся контроль за плаванием морских судов. И также они смотрели за порядком в окрестностях. В византийское время крепость занимала всего лишь четверть гектара, но все равно ее считают одним из наиболее укрепленных византийских сооружений в Среднем Причерноморье. К концу 7 века Алустон был оставлен византийцами. Это очень тяжкие для Византии годы, эпидемия чумы, длительные войны с персами и арабами привели к истощению людских ресурсов империи. В 7 веке часть восточного Крыма попадает под власть хазарского каганата. Начинается новый хазарский этап в истории Алустона. Население было христианским, о чем говорит присутствие храма на территории крепости. В 10 веке после падения хазарского каганата крепость была разрушена, возможно, печенегами. В 1381 году генуэзцы купили у крымского хана участок побережья от Судака до Балаклавы, в том числе и крепость Алустон. Алушта становится торговой факторией капитанства Готии. В июне 1475 года итальянским владением в Крыму были атакованы турецким флотом.
Крепость также подверглась нападению. Археологические исследования показали, что город погиб от пожара, после которого крепость более не восстанавливалась. Нам по пути попался виноградник. Пришли мы к скверу Победы. Здесь находится памятник создателю ВДВ Василию Маргелову. Вот он, установлен в 2016 году. Климат здесь субтропический, сухой. Здесь можно встретить такие растения, как пальмы, эвкалипты, кипарисы, магнолии, гранат, инжир, который здесь продается везде, на каждом шагу, и множество других растений. Пришли мы сейчас в дендрозоопарк. Отличное место для прогулок с семьей, с детьми. Вообще в Алуште есть несколько контактных зоопарков, есть даже дельфинарий –